Друзья, с вами Горинов. Нашел для вас интересное видео с канала «Школа вокала» Александры Письменной. Напомню, это педагог Дианы. И вот что она пишет об этом ролике. Благодарю поклонников Дианы за присланный отрывок из проекта, а также всех организаторов шоу, канал НТВ, Уэйт Медиа. Сохраню его на память на своем канале и заодно покажу хейтерам, которые выискивают неудачные моменты популярного артиста, как на самом деле работает Диана и как живьем в хорошем качестве приборов, передающих звук, звучит ее голос. Путь любого артиста очень сложный. Поймать неудачные моменты, а потом их размусолить на весь интернет несложно. И ума особо для этого не нужно. Диана молодая артистка с необычным сложным голосом. Я уверена, что ее самые мощные работы еще впереди. Поэтому пожелаем ей дружного успеха, воли к творчеству, духа и силы справиться со всеми препятствиями на своем пути. А я всегда рядом. Что ж, друзья, устраивайтесь поудобнее. Смотрим этот ролик. Есть на то, что Диана станет большой звездой. И мы. Мы в одном пионерском отряде. Точно. Вот вчерашнее состояние. Замечательные кадры с Игорем Яковлевичем Крутым. Обожаю его творчество. Было прекрасно, ты спокойно, совершенно как бы вышла и вот. Вот так же потому спокойно. Потому что на репетиции получалось. Я сейчас на репетиции. У тебя все получилось на репетиции. Абсолютно. Короче, переживаю я. Все получилось, все будет супер. Это твоя песня, абсолютно. Memory, memory, memory. Поехали. Memory. Я даже не знаю, сколько функций у артистов в одном моменте. На расслабиться. Начали на расслабиться. Ты слышала, они твои шуточки стали использовать? Ну, меня, кстати, авторы не упоминают. Но я не автор. Ну, ты не автор, но ты внесла. Ты на одной из первых передач говорила про это. Да. Тикток там все дела. Делай только то, что ты помнишь, то, в чем ты уверена. Давай еще раз. А, Юрон, все. Юрон? Юрон? Юрец, ты где? Ну что ж, друзья, еще не досмотрев даже это видео до конца, могу сказать, что это очень любопытный ролик с яркими кадрами творческого процесса. И вообще этот проект, он останется в наших сердцах навсегда. Когда кричишь, ты эту ноту еще шире рот вот так открыть. Все, давай. Вся моя силушка с тобой. Дружку. Не ты меня успокаиваешь вообще, когда я тебя. Yeah.
получал номинацию. А я думаю, что у него в руке было. Я хотела спросить. У меня плохое зрение, простите, пожалуйста. Я вообще не поняла, что это. Я думала, он сейчас подойдет, да, не знаю. Кинет. С Игорем Крутым, да я бы в жизни не поверил. Игорь Яковлевич. Что ты там рассказывал? Я просто восхищаюсь, что у нас в финале такой прекрасный гость. Вот и еще один замечательный музыкант, которого я тоже искренне уважаю, появился в кадре. Что ж, друзья, это был прекрасный ролик. Меня просто переполняют, если честно, эмоции. Можете подписаться на канал, откуда я взял этот ролик, «Школа Александры Письменной». Огромное спасибо авторам, конечно же, этого видео. Немножко мы посмотрели за кулисы этого прекрасного проекта, вспомнили его и, можно сказать, чуточку поностальгировали. Ну а на этом сегодня все. С вами был Горинов, я желаю вам замечательных выходных и берегите себя, друзья. Это самое главное. Увидимся. Пока не ушел, подпишись на канал и лайк и свой не забудь тут нажать. Прожми колокольчик, даже если устал, и новости будешь ты получать до скорого.